После Ахена уже ничего не будет как раньше. Но мы, наконец, закрепились в Германии. Проход к Рейну открыт, и пути назад больше нет. Ни для кого из нас. У вас был приказ взять отель, так? А не вывозить гражданских. Кто решил, что их нужно спасать? У нас было время, сэр. По моим данным, главным был Тернер, не вы. Теперь он командует? Нет, сэр, это я решил. Вина моя. Нет, она общая. Я и слышать ничего не желаю о том, что двое моих лучших людей игнорируют приказ. Когда мы на пороге крупнейшей операции за всю войну. Я вам напомню, это ударная сила для решительного броска к Рейну. Надо зачистить весь лес, чтобы колонна прошла. С этого момента я требую от вас полной самоотдачи. Так что готовьтесь выдвигаться. Оба свободны. Прошло 3 недели. Мы сейчас в лесу Хюрткин зачищаем, чтобы колонна прошла к Рейну. Мне стыдно, что я так долго не решался открыть твое письмо. Если все плохо, можешь выговориться. А я предупреждал. Студент, дай ему сказать. Она беременна. Ух ты! Эй, это здорово! Ого, Дэниел станет папашей. Она пыталась сказать мне, но я не был готов. Ну ладно. Я, пожалуй, еще кофе выпью. Пошли, тупицы, отстаньте от него. Но я не хочу кофе. Очень хочешь. Прости, что не сказала о ребенке раньше. Я пыталась в тот день, когда ты уезжал, когда ты меня сфотографировал. Всем собраться здесь! Где Дэниелс? Дэвис говорит. Идем. Понял. Хюрген! Темный, почти неприступный. Наша задача — занять холм 493. Он дает контроль над всей долиной. Для слабаков задача может казаться невыполнимой. Но наша дивизия не раз делала то, что другие не смогли. В Первой мировой мы первыми отразили атаку немцев. Первыми пошли в контрнаступление. И первыми перешли Рейн. Ничто не остановило нас и не сможет. Лейтенант! Скажи им наш девиз. Не бывает сложных заданий и больших жертв. Долг зовет. Я не слышу! Не бывает сложных заданий и больших жертв. Долг зовет! Правильно. Готовьтесь выдвигаться. Долг зовет. Назад в мясорубку. Аминь, брат. Время 5 минут. Эй, Дэниелс, будь другом. Отнеси Уиллису поесть. Он в наблюдении. Ладно. Вот спасибо. Он наблюдает за долиной. Орудия бьют по всему, что движется. Колонна не пройдет, пока мы их не устраним. Сделаем, что сможем. Осторожней там. Доброе утро. Доброе. Комплимент от шеф-повара. Самое вкусное, да? Спасибо, друг. Как обстановка? Сам посмотри. Огонь не прекращается. Ни на минуту. Я слышал, вы сегодня в бой? Таков план. Удачи тебе там. Спасибо.
Разгоняемся! Итак, наша задача уничтожить артиллерию на вершине холма. Тогда мы сможем удержать лес. На первом этапе соединяемся у реки со вторым взводом. Затем выдвигаемся. Какого сопротивления ждать? Сильнейшего. Мост весь день переходит. Вот он. Дэвис собрал самую большую бронированную колонну в истории. Ха, если и это не напугает краутов, я уж не знаю, что сможет. До Рейна еще далеко. Поэтому надо подавить орудие и спасти настоящая мясорубка. Когда моя бабка сломала бедро, то каждую зиму... Я похож на твою бабку. Если на то пошло, поцелуй ему мерзлый зад. Лучше я бабку в зад поцелую. Картинка, что надо. Все ко мне! Марк, как вы тут держитесь? Сволочи, все бьют и бьют. Скоро еще подойдут. Ладно, первый взвод. Поможем, ребята. Подождите, открыть передовую. Установить линию обороны. Берите мины и готовьте пулеметы. Баркли, Купер, к мосту. Подадите сигнал, когда увидите движение. Надо укрепить оборону. Расставить мины. Сэр, я думал, мы атакуем артиллерию на высоте 493. Нельзя оставлять позиции без прикрытия. Отправимся к точке сбора, когда разберемся. Судя по воронкам, Дэниел, куда собрал? На войне легко не бывает, рядовой. Видите краутские зубы дракона? Нашим танкам тут не пройти. Да, в том и смысл! Туманник, крауты идут! Назад, укрытие! Защитные позиции! Держать оборону! Огневые позиции! Готовьтесь к атаке! Они идут! Приготовились! В атаку! Пригнуться! Рассредоточиться! Крауты в укрытии! Они справа! Пехота! Контакт! Приближается с юга зала! Подвигаемся! Декабря! За завесой. Они на подходе! Огонь! Идем! Войска СС! Держись, дружище! Я в порядке! Спасибо! Они справа! Они за ним! Вперед! Танк противника! Панцер на подходе! Панцер! Еще не мимо! Гранаты! Что-то найдем! Да, сэр!
Крейсер разбит! Они отступают! Они отступают! Дэниел, иди сюда! Бросай! На! Молодец, Дэниел! Первый взвод! Подходим ко мне! Мы идем, сэр! Разделимся на две группы. Пирсон, вы на север через мост и на холм. Я с отрядом вдоль реки. Прикрою вас. Точка сбора у подножия холма 493. До встречи. Да, будьте осторожнее. Ага, вы тоже. У меня есть дымовые и гранаты. Надеюсь, мы не зря разделились. Если крауты перейдут реку, вся операция окажется под угрозой. Поэтому мы и защищаем Пирсона с фланга. Как далеко точка сбора, сэр? Скоро будем у высоты 493. Надо просто идти вдоль реки. Всем тихо. Надо их ликвидировать, но нас слишком мало. Попробуем с фланга. Действуем незаметно. Впереди патруль. Полетела граната! Патроны! У меня есть дымовые и гранаты. Вот и они!
прямо по курсу! О, черт! Это ловушка! Нас заметили! Пошли! Артиллерия! Это ловушка! Давай, Ред. Я лучше всех тебя знаю. Ты еще можешь драться. Не сдавайся. Ни сейчас, ни потом. Пол? Фрицы вот-вот будут здесь. Покажи, из какого ты теста. Вставай. Боюсь. Мне не выжить. Ты должен, Ред. Ты нужен Хейзел и ребенку тоже. Вставай. Встану. Встанешь. Ты же никогда не сдаешься. Я в тебя верю, братишка. Пол! Пол! Встретимся дома, братишка. Брикс? Боже. Надо найти точку сбора. О, Господи. Вот черт! Нашим парням помощь не помешает. Есть, сэр! Займись дверью, я прикрою. Все такое ветхое, никакой защиты. Крауты, наверное, ушли отсюда. Думаете вернуться? Надеюсь, что не скоро. Я поищу припасы. Видишь кого-нибудь из наших? Нет, сэр. Надеюсь, они уже на точке сбора. Слышишь? Это вода. Видимо, река близко. Хорошо бы наши парни нашли, где укрыться от артиллерии. Мы их поддержим. Не волнуйся. Вот и река.
Пойдем вдоль нее и выйдем с точки сбора. И заткнем эти орудия. Снайпер! Вот тот круг. Надо его оттуда вытащить. Готовься. За мной. Ранил одного из наших. Ладно, посмотрим, можно ли его достать. Мы тебя затащим. Помогите! Держись, разберемся. Надо торопиться. Надо его оттуда выбить. Не высовывайся. За мной. Ложи! Ранил одного из наших. Проверь план. Посмотрим, можно ли его достать. Помогите! Не могу! Помогите! Это тащит! Держись, мы разберемся. Надо торопиться. Помогите кто-нибудь! На помощь! Все будет хорошо! Ранил одного из наших. Проверь план. Посмотрим, можно ли его достать. Ранил одного из наших. Ладно, посмотрим, можно ли его достать. Мы тебя затащим. Держись, мы разберемся. Надо торопиться. Застанем его врасплох. Не могу идти. Или тебя огонь, а ты его прикончишь. Я тебя прикрою. Помогите, кто-нибудь! Он не один. Готов, голубчик! Отличная работа, Дэниел! Выдвигаемся! За мной! Здесь чисто, но этот солдат мог выжить. Идем! Точка сбора уже близко. Надеюсь, наши парни уже там. Стрельба! Наши парни должны быть близко! Скорее! Бросаю гранату! Готов взять патроны! Go!
был последний. Хорошо, Дэниел. Отряд, собираемся у моста. Будем удерживать мельницу. Когда Пирсон подойдет, выдвинемся к точке сбора. Так точно, сэр. Неужели снова мост? Смотреть в оба! Вперед! Быстро! Мы отбились! Будьте начеку! Дожидаемся Пирсона и идем к точке сбора! Могу подкинуть гранаты или дымов? Держим позицию до прихода Пирсона и вместе берем холм. Если он не прошел мимо и не взял его сам. У него не хватает людей. Ему это не мешало. Я сказал здесь! Значит, ждем здесь. При всем уважении, сэр. Вдруг Стайлс прав и Пирсон пошел вперед. Это моя забота, Дэниелс. Нутром чую, что-то не так. Мы еще были бы на корабле в Нормандии, если бы я им руководствовался. Точно. Вы слышали, что взвод Пирсона полег на Кассерине? Похоже, история повторяется. Надеюсь, нет. Я хочу узнать, что там было. Да. Ну, мне слабо спросить у Тернера. Но я знаю, кому нет. Нам было приказано уничтожить немецкую артиллерию, но если Пирсон видит брешь, он лезет.